Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Я наполняю рукав куриным филе и кладу его в жестяную банку. Через час получаю готовую королевскую ветчину вкуснее, чем в магазине. Для приготовления домашней королевской ветчины потребуется подготовить филе курицы, желатин и жестяную банку. Всего час времени, и домашняя колбаса готова. Ее вкус вас удивит. Для приготовления нам понадобятся следующие компоненты. Чуть больше килограмма куриного филе, несколько зубчиков чеснока, специи по вкусу, желатин столовая ложка и итальянские приправы 10 грамм. Пошаговый рецепт домашней колбасы. Нарежьте предварительно помытое куриное филе на кусочки небольшого размера. Пару зубчиков чеснока пропустите через пресс, либо измельчите ножом. При желании чесночный компонент вовсе можно не добавлять, но с ним значительно вкуснее. Да и в готовом продукте чеснока практически не слышно, так что можно не переживать за свежесть дыхания. Далее в глубокой емкости соедините желатин в сухом состоянии, чеснок, мясо и специи. При желании можно добавить немного соли и молотого перца. Что касается специй, то здесь каждый может насыпать те, которые считает нужным. Получившуюся массу тщательно перемешайте, оставьте смесь постоять треть часа на столе. В рукав для выпекания складываем исходную смесь для домашней колбасы, пакет завязываем. Рукав с мясным продуктом укладываем в жестяную банку. Обычно в подобной таре продают кукурузу, горошек либо тушенку. Главное тщательно утрамбовать мясо в подготовленную жестяную банку. Отправляем блюдо в духовой шкаф для запекания в течение 50 минут при температурном режиме 190 градусов. Готовую ветчину поместите в холодильник. По своим вкусовым характеристикам ветчина просто потрясающая. Если вы однажды приготовите полуфабрикат по этому рецепту, то навсегда откажетесь от сомнительных магазинных аналогов. Такая закуска идеально подойдет как на праздничный стол, так и в качестве простого перекуса на работе. Бутерброды с домашней ветчиной можно взять с собой в дорогу. А какие еще полезные рецепты можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.